даже куда подглядеть, да? Продолжайте движение 5 километров, 400 метров. Ну что он говорит, мы еще даже не вышли на это. Второй, а он уже продолжает движение. Ну чего? Странно стало. 5 километров, Сереж, 400 метров. До следующего круга? Да. Потом еще будет круг, 1,5 километра. Диапазон К. Свой диапазон. Не умолкай. Это он там изменил. Да? А, да. Он, правда, что-то все 88. А, он, наверное, этому 88. Ваши кафешки знаменитые. Все в Парижике. Кафешки. Вот тебе обман, видишь? Иллюзория, что у них там кафешек полно. Чего у них там? Ни кафе, ни туалетов. Диапазон К. Диапазон К. А здесь-то где? На этих столбах. Кто ж его знает? Все исчез. Еще 4 километра. Хочу там. Ну что я тебе могу сделать? Остановиться где-нибудь. Где? В поле? В поле не надо. До этого сколько было в лесу всяких остановок. И скамеечки были, и все было. Диапазон К. Где он все время говорит? Диапазон К, ты остановился. Ну что ж такое, не, ну как точно. Наверное, здесь вообще никто не ездит. Ну и ну, туристы. Как не ездит? Вот приехали двое. Тут даже магазинов не видно. Да, как где вот они все покупают? Париж не знаю. Ну что здесь есть такое? Бар. Какой-то бар, там все закрыто. Почему так? Почему у них все закрыто? Где они все? Где люди? Люди работают. Нет, а вот обслуживающий персонал. Нет. Так, осталось 1,5 километра. До чего? До круга. Да чего же еще тут? Да что тут может остаться? Кроме кругов ничего нет. А что вот это такое желтое? Ну это какая-то трава такая-то еще. Нифига
Приготовьтесь через 1 километр 400 метров круговое движение. Второй съезд. Через 950 метров круговое диапазон К. Этот про свои круги. Диапазон К. Второй, да. Через 600 километров уже готовься. Пулемет страйки. Лебатушки. Так, теперь через 2,7. Приготовьтесь, через 2 километра 500 метров круговое движение, первый съезд. Самый простой задание. Да. Первый съезд. Это да. Замечательно. Сколько до Парижа? 319. Получается, будет тут потихонечку. Да. Сервис. Нет, на кафешке. Как же вот сервис без кафе? Можно было бы туда, наверное, заехать. Чего уж там, терпи к Парижу. Все, вот он. Этот что? Что это? Эти парни здесь. Или этот. Или шар. Погодится. Через 800 метров круговое движение. Первый съезд. Первый съезд. Это прямо. Там больше нет никаких съездов. Да? Да. Круговое движение. Первый съезд. Продолжайте движение. 9 километров 200 метров. До следующего круга. Там поворот будет сложный. Ты что делаешь? Понимаешь? Да хочу снять куртку. С предметом называется упражнение. Я уж сняла. Ну вот, смотри, Франция, здесь бежевые все дома. Бежевые, да. Бежевые. Так им нравится. Ну, крыша тоже красная. Крыша везде. Кстати. Нет, помнишь, были где-то эти черные даже? Ну, вот мрачные. Пара вообще. Вот это было где? В Германии? Нет, это не в Германии, да. Просто в Германии. Так. Это ше или чего? Ше, моше. Все от нас уехали. Вот наш. А это наш фон там.
Вот это что такое? А сколько вот сейчас скорость он показывает вот здесь? 110. Здесь 110? Делся этот. Вроде туда, а куда он туда делся? Ой, смотри. Ага. Ну таких картин нигде нет, ну, я тебе скажу. Животноводство, что нужно. Подожди, почему налево-то? А, ну да, налево нарисован. Разве он налево? Вот здесь показано. Здесь налево. Здесь налево, а здесь-то разве налево? Налево. Вот это налево? А мы откуда едем? Вот отсюда. Нет, это, конечно, направо. А здесь, видишь, налево. И он ничего не сказал нам. И он уже следующий налево. Через 300 метров поверните налево. Да, ну едем сейчас по дороге.